Прокурор края вместе с представителями правосудия Армавира приехал к ветерану в поселок Красная Поляна рано утром. 17 сентября Петр Иванович Животовский отмечает день рождения. В этом году он юбиляр, ему исполнилось 90. 90 лет – это дата небольшая. Да. Дай Бог вам еще долгих-долгих лет жизни. Очень тронут и рад, что вы, да, понимаете меня, помните и цените. Прокурор края подарил ветерану телевизор и книгу. Именно она стала долгожданным сюрпризом. Литературный труд полностью посвящен жизни армавирца. В каждой главе рассказывается о самом сокровенном, о месте рождения, о годах Великой Отечественной войны, о трудовом пути в мирное время, о работе в Совете ветеранов хутора. Подготовили книгу сотрудники прокуратуры и 300 экземпляров передали ветерану. Одну из них фронтовик подписал почетным гостям. Дружба искренне товарищеская. Началась в связи с определенными трагическими событиями, которые произошли здесь, в Армавире, как два негодяя совершили разбойное нападение, пытались лишить жизни Петра Ивановича. Они его оставили и подожгли дом. Но он нашел в себе силы, мужество освободиться. Вот это подчеркивает его особое качество. Воля к жизни – это дорогого стоит. В свои 90 Петр Иванович продолжает работать. Больше 20 лет он возглавляет хуторской совет ветеранов. Многое из того, что сделано в Красной Поляне и в городе, это его инициативы. Например, для того, чтобы селянам удобнее было пользоваться общественным транспортом, ветеран предложил сделать дополнительный маршрут, который проходит по второстепенным дорогам. Новый путь заасфальтировали. Строительство детского сада и мемориала памяти мирным жителям, замученным фашистами – это тоже его идеи, которые благодаря совместной работе с администрацией были воплощены в жизнь. В юбилей Петр Иванович поделился новыми планами. Сейчас я, значит, наметил, надо сделать тротуарчик по улице Звездной, потому что там много ходит людей. Еще, значит, так сказать, мысли, так у меня замашки есть, поговорить с нашим Андреем Юрьевичем Харченко, чтобы все-таки, ну, на будущее включить в краевую программу «Дорога», чтобы к нам сделали с Армавира троллейбус до конечной остановки города. Еще я так намечаю, значит, надо будет, чтобы разгрузить вот этот перекресток в Армавире, как въезжаешь на горки, там часто скапливаются машины, чтобы сделали объездную дорогу. В день рождения прозвучали сотни добрых слов. Главное пожелание – это здоровье. С утра пораньше поздравили ветерана и учащиеся 16-й школы. 4-й А-класс пришел с подарками и юбилейным медовиком. Есть в хуторе Краснополянском один хороший человек – Петр Иванович Животовский. И не забудем мы вовек, что он великий человек. Всю жизнь трудился и работал, и никогда людей не забывал. Старался, помнил, добывал. Он нашей школе помогал. У Петра Животовского трое внуков и уже трое правнуков. За самыми маленькими, признался ветеран, он скучает больше всего. Себя называют счастливым человеком и не сомневается в том, что в Красную Поляну будут ходить троллейбусы. Ирина Рухлядко, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.